Всем привет, это Кёна. Я думаю, давно вот так себя не снимаю. Для вас я купила новый микрофон. Надеюсь, что вы хорошо слышите меня. Недавно у нас с вами был спор. Полин – это растение или сорняк? Я была в шоке, я в первый раз слышала, что от полин бывает аллергия. Для нас это очень важная лечебная трава. Из этого мы делаем чай, торт, кофе, косметики и так далее. Вот мои подписчики прислали мне фото полин. Ну, для нас это, конечно, тоже сорняк. У нас корейский полин очень сильно отличается от вашего. В детстве в Корее очень часто кушаем. Наверное, вы слышали моксотерапия. Это тоже из полин. В корейской традиционной медицине очень часто пользуемся, потому что это для иммунитета очень хорошо. Очень большой противораковый эффект. Для женщин тоже очень хорошо. Я думаю, просто сорт разный. У нас вот такой полин, а в России такой полин. Но для нас это тоже сорняк. Второй, адвентик лекарственный. У нас в корейской новости показало, что корейская большая компания Lotte оплатили в России штраф 200 тысяч рублей за адвентик лекарственный. А в России надо оплачивать штраф за сорняк. Я посмотрела в интернете, оказывается, за них наказывают штрафом. Еще причем это очень много денег. Наверное, корейцы не поняли, почему они платили. Потому что одуванчик лекарственный для нас это просто обычное съедобное растение. Когда я была в Москве, корейцы очень часто делали из этого кимчи. Из этого мы делаем лекарства. Просто живее одуванчик лекарственный мы сжимаем и экстракт уже пьем как лекарство. Но только в нем есть очень горький вкус, поэтому сначала надо варить, потом кушать. Это весенние растения, весной в Корее очень часто кушаем. Говорят, что от воспаления и когда насекомые укусили вас, это помогает, говорят. Поэтому я была в шоке, когда слышала, что это тоже сорня. Третий. Крестовник обыкновенный. Тут точно написано, что в России это сорняк, но для нас это очень красивый цветочек. Мы даже не называем это трава, а просто цветочек. Мы покупаем семян и посадим для красоты. Вот. Еще, конечно, мы кушаем. Воспаление в легках, от простуды. Для кровообращения хорошо. Четвертый. Бадьяк полевой. Будет, я не понимаю, почему в России написано, что это сорняк. Да. Мне очень жаль. Это мы странные, наверное. Для нас это очень полезное лекарство. Даже в Корее очень большой забот для экстракта бадьяк полевого. И в Корее корейцы все думают, что это для печень хорошо. Поэтому даже из этого мы делаем под маленький таблеток, это называется милькосисл. Просто в Корее очень часто пьют для здоровья. У меня тоже есть, и в Корее из этого делаем лечебный алкоголь. Но алкоголь чуть-чуть полезный, как чай часто пьем и с рисом кушаем. Для детокса, для диеты хорошо. Пятый. Это даже сложно прочитать. Блин. Вьюнок обыкновенный. Это для нас тоже очень красивый цветочек, поэтому корейцы специально посадят. Еще на улице, если мы видим, мы говорим: «О, это так красиво! Ой, такой красивый цветочек!» Мы обожаем просто. Да. Ну, в России тут написано, это сорняк. Последний. Даже смотреть мне не нравится. У нас на крыше мы не посадили, но он растет. И это очень страшно, потому что он быстро выше стал, чем я. Вот. Особенно летом, откуда-то он прилетел и начал жить у нас. Думаю, что это они у меня на крыше, они росли. Они просто прилетели и начали жить у нас.
и у них корни такие большие, и он просто вытащивал. Я тоже не знала, что это сорняк, но вы сказали, что это надо убрать, поэтому мы убрали. Мне это не нравится. Но честно, многие корейцы думают, что это тоже цветочек, поэтому если вы поедете в Корею в магазин цветочек, то можете увидеть это и можете купить за $3 этот цветочек. Еще я слышала, что это снитие хорошо от выпадания волос, но я даже не хочу трогать и пользоваться. И оказывается, в России тоже часто пишут бороться с нитью и как уничтожать это сорняк. Еще я дополнительно нашла, что в России нету, но у нас очень часто кушаем. Это жусай. Мы с детства очень часто кушаем. У нас даже есть джусай кимчи, джусай суп, плопсу джусай. Джусай экстракт тоже есть. Мы пьем. В нем есть очень хорошие и полезные составы. Но я никогда не видела, что в России люди едят это растение. Следующее. Я это тоже не видела. Кого-то в России едят это. Папоротник орля. Я не знаю, я правильно сказала или нет. Это просто народная закуска для корейцев. Если вы поедете в гости корейской семье, вы точно увидите закуску от этого растения. Очень часто кушаем. Для сердца хорошо, очищает крови и снижает температуру. Для диеты хорошо, для зрения хорошо, от бессонницы тоже помогает. Но в нем есть слишком полезный хороший эффект. Если вы долго кушаете, возможно, это вызывает рак. Поэтому надо осторожно. А еще я не видела в России пророщенную сою. В Корее это тоже очень часто кушаем. Из этого делаем суп, с мясом кушаем, с самгёпсалом кушаем. Мы варим, жарим, все угодно можем делать из этого. Последний. Кунжутные листья. Мои подружки спросили у меня, Кёнга, как нужно кушать мясо по-корейски? Я сказала, сначала купи капусту, кунжутные листья, острую пасту и чеснок и рис. Они сказали, что Кёнга, в России невозможно найти настоящие кунжутные листья. В России только продаются как в банке. Но для нас это слишком обычно. На даче есть, бабушки, дедушки часто выращивают. Особенно, когда мы кушаем самгёпсал, сначала мы положим капусту, сверх кунжутные листья, сверх мясо, кимчи, острая паста, чеснок, рис и очень-очень вкусно будет, да. Вот мы с вами сегодня узнали, какую разницу есть. В России, возможно, это сорняк, но в Корее, наоборот, лечебная трава. До того, как я закончу видео, хочу вам посоветовать косметики для лифтинга. Если вы видите мою руку, у меня очень много морщин, особенно зимой, сильно сушит кожу. Поэтому мне очень важно хорошо подбирать крем для рук. Bueno крем для рук. В нем есть 5 пептидов, поэтому глубоко увлажняет кожу и антивозрастный эффект. Покажу, он активно воруется сухими морщинами. И посмотрите, текстура. В нем есть экстракт алоэ вера, бета-глукан. И запах тоже очень дорогой. Если у вас сухая кожа, точно вам понравится. Второй это Bueno Salmon SOS Mask. И в нем есть два этапа. Первый это витамин С сыворотка. Второй это маска из экстракта икры лосося. Давайте покажу, как пользоваться. Вот лимончик. Откроем лимончик. Запах тоже как прямо лимона. И мягко ассортируйте на кожу, пожалуйста. В нем есть антивозрастный эффект, осветливая кожу, от пятен помогает и омедливает старение. Все. Потом сразу наносим маску. Я была удивлена, в ней очень много экстракта и такой гель. Ткань тоже очень мягкая. Вот так приклеим. Вот так 20 минут надо подождать, так как я наносила сначала витамин сыворотка, поэтому будет двойной эффект. Экстракт икры лосося помогает восстанавливание кожи, а шрамы тоже помогает и сильно подтягивает лицо.
Все, я снимала маску, и не очень липко, просто очень гладко остается. Тогда я оставлю ссылку внизу. Спасибо. Маме. А возможно, вы можете давать мне дополнительную информацию. Мне будет очень интересно, если вы скажете, вы тоже кушаете в вашей стране, либо не кушаете. Буду рада, если вы ставите лайк и подписаться. Тогда, аня, пока!